Я уродился, ладно, скроенным, умом и статью удался. Удался! Патриотически настроенным, мочить в сортире всех и вся. Всех и вся! Но в деле продолжения нации, заметив мрачный горизонт, решил, что должен попытаться я спасти российский генофонд. Ну как, скажите мне, не мается, как не трубить в бараний рог? Китайцы тысячами рождаются, и негры стали на поток. А мы который год сражаемся за чистоту своих рядов, и как попало размножаемся, устав от праведных трудов. Кругом коллеги паралитики шуршат за длинною деньгой, а бабы стонут от политики, как колокольчик под дугой. Любовник, муж, начальник в бизнесе с утра уходят, как на фронт. И потому в глубоком кризисе наш уникальный генофонд. Я дал в газету объявление, мол, всех уважу, всем воздам. И подтянулись предложения от невостребованных дам. Я в день окучивал по дюжине, работал тяжко на износ. Был трижды бабами контуженный, но пользу родине принес. Пускай я буду жить на пенсию, пусть надорвусь наконец. Пускай потом газета версия считает, скольким я отец. Я за российское наследие, за наш родимый генофонд. Сражаться буду до последнего, как за Британию Джеймс Бонд.